Так, друзі, доброго ранку. Повертаємося до нас у студію. Коротше, Катіна давня мрія познайомитися з мега-крутим айтішником збувається. Доброго ранку. У нас Віталій Міняйло, керівник IT-компанії. Привіт. Здравствуйте. Доброго ранку, Віталій. Катя, ну давай, давай. Я знаю, ти чекала цього. Я знаю, що це людина, яка розбирається в IT так, що зможе нам пояснити, як саме Ілон Маск вживив чіп мавпі взагалі, і як це йому вдалося, як це спрацювало. Чи це якась просто фантазія, яку нам от кинули, яка не має права на життя? Ну, фантазій у Ілона Маска дуже багато, существує. Вообще ідея нейролінк як проекту, вона заключається в тому, що хочуть вживити чіп, который будет считывать информацию с мозга и записывать ее туда, таким образом можно будет подключиться напрямую к интернету. Uh-huh. И он говорит о том, что поток ввода информации с помощью телефона и пальцев, он очень медленный, там, сколько, uh-huh. 50 символов в минуту, да? И если расширить таким образом, то можно к Wi-Fi подключиться напрямую, не нужны будут телефоны, через ноутбуки. Мозг. Через мозг, да. Ну, а як це з технічної точки зору можливо? Там маленькі електроди, які, в общем, считывают і записують інформацію в нейрони. От наш мозг – це устройство, на якому записана інформація какая-то тоже, так же, як устройство комп'ютера, mm-hmm. да, только более сложное. Так. Соответственно, есть участки мозга, где записана вся наша память, то, что делает нас личностью. И эту информацию можно считать, и записать тоже можно. Mm-hmm. И, в общем, тот прототип, который мы сейчас наблюдали, сначала они на свине протестировали, да. Там она довольная ходила там в картах, мы все видели. Я просто, правда, у меня такие думки зараз недобрі, розумієш? Так, тому що, якщо ми почнемо считувати усе, що думає людина, не знаю, чи це буде добре. Як мінімум, ми зробимо трішки простіше для нашої студії. Якщо у нас будуть чіпи в голові, ми зможемо просто через чіп собі сценарій голову ляпс і планшети не дивитися. Ну, звісно, да. І шутити через чіпи тоже, да. И писать злобные комментарии в интернете. Через чипы. Да, под выпуском. Так, ну продовжимо. Ну вот представьте, да, пока весь мир смотрит на Билла Гейтса там и говорит о том, что он будет чипировать людей через 5G-вышки, в это время Илон Маск делает проект четко с чипом, с электродами и как бы всем норм. Слухай, а не перетворимося ми на біороботів? Звісно, перетворимося. Ну, ми і так роботи, а ще будемо з яким-то дополнительним устройством. Ну, якщо ви бачили пример з обезьяною, або з свиньою, може бути, то там прелість цієї технології в тому, що можна буде лічити людей з заболіваннями мозку. Тобто, така місія... Тобто, ніби мета благородна, яка має врятувати людей. Ну, як і в будь-якому злодействі, звісно. Благородно, да. Ну, на самом деле, очень интересная идея, и Илон Маск говорит о том, что, возможно, в течение 5 лет мы вообще перестанем общаться вербально, словами, да, перестанем задействовать рот для передачи информации, да, а только с помощью этого чипа. И так будет намного быстрее и понятнее. Можно будет эмоции передавать другому человеку свои, да, то есть автор, например, какой-то книги или сценарист, он сможет напрямую загружать нужную эмоцию в голову другому человеку, те эмоции, которые тот еще не ощущал. Это замість посмешки, чи замість жарта, наприклад, я Ну да, да? Ну, то есть жарт является, шутка является опосредованным передатчиком какой-то эмоции, да, а здесь можно напрямую ощущение человеку передать. Слухай, ну це цікаво, але мене, знаєш, все-таки трішки бентежить те, що мінус соціалізація як такова. От на мій погляд, я сторонник такого просто. Посидів собі, побалакав, гаджети кудись відклав, якщо не враховуючи роботу, а буде просто, що ми сидимо і просто спілкуємось, без слів. Ну да, но разве это не социализация, не форма социализации? Ну не знаю, мені якось... Ти ж думки розумієш. Мені якось важко це уявити, ти знаєш. Можливо, я просто не готовий до цього ще. Так ніхто не готовий, технології наступають. Це взагалі неизбежна історія і те, що ми хочемо зробити. Взагалі, ще одна із цілей Ілона Маска – це соєднення людського розуму з іскусним інтелектом. Тому що він вважає, що іскусний інтелект розвиється до такого рівня, що ми будемо просто як домашнє животне по сравненню з ним, наш рівень інтелекту. І противостояти цьому невозможно, тому єдиний спосіб – це об'єднитися з искусственным интеллектом и, в общем, прокачать свой организм до его уровня. А как будет відбуватися це об'єднання? Це теж якісь чіпи будуть? Получается, да. Чип, он является просто устройством для передачи и ввода информации в наш мозг, и считывания информации. Соответственно, можно будет загрузить любой навык. Вам не обязательно будет повторять там в офлайн, на физкультуре, знаете, как нас учили, там, не знаю, играть в волейбол, например. Так. Мы обучаемся долго повторение, они записывают в результате, перестраивают рефлексы и записывают механизм поведения нам в мозг. Но можно будет этот механизм загрузить напрямую ребенку без 12 лет обучения,
Слухайте, ну це непогано. Ну, слухай, є і плюси, і мінуси. От я єдине, що хочу ще переуточнити в тебе. Декілька хвилин тому ти сказав, що ми теж роботи. Да. Ми роботи за звичками чи за способом життя? Чи взагалі, ну, що ти вкладаєш в поняття роботи? Ми механізм какой-то, да? От у нас є ця технологія, яка більш складна, ніж доступна зараз чоловіку, да? Тобто лучший какой-то кузнечик, он поки що дуже тролит учених, тому що вони не можуть воссоздати от таке устройство, як кузнечик, якщо воспринимать это как устройство, внутри которого есть определенное аппаратное обеспечение, ну, то есть устройство, на котором этот кузнечик существует, там, и программное. Сразу видно айтишника. Да. Такие термины летят. И программное обеспечение. Программное обеспечение в кузнечике — это тоже его память, вот и у нас также, да, у нас есть рефлексы, у нас есть память, воспоминания про прошлое. Соответственно, можно это программное обеспечение перезаписывать. И мы сейчас являемся алгоритмом. Если подробно изучить каждого из вас, вот, например, да, ваши повадки, поведение, можно спрогнозировать, какие решения вы будете принимать в будущем. Вот нейронные сети Гугла, Фейсбука, они как бы очень сильно продвинулись в этом направлении. Рекламные предпочтения наши определяют и показывают нужную рекламу. То есть так. Принцип рекламы в интернете, принцип рекламы в интернете, он не такой, как раньше, знаете, вот когда всем подряд одно и то же, или когда баннер стоит в офлайне. Она сейчас узконаправленная и таргетированная в соответствии с вашими предпочтениями. Так. Поэтому как бы вот нейронные сети, искусственный интеллект, перезапись нашего организма как, ну, как такого себе робота, это как бы очень уже не за горами. Слухай, ну прикольно. То можна буде, якщо у нас будуть ці чіпи, то можна буде якась і зовнішність міняти? Ну, я не знаю, зачем їй міняти зовнішність, уже лучше. Ну, вона мені буде міняти, а я їй, ну, щоб не було все як завжди. Може, ти хочеш стати мною, а я тобою? Взагалі, отак. Чули? Міняйся. Чули заявку на успіх? Я почну розмовляти голосом Макса, а він моїм. Скоріше ми всі станемо як Катя, тому що всі красивими. Приблизяться к ідеальній якоїсь формі, да, і будуть однакові. Катя ідеальна. Красава. Взагалі-то я в цьому просто, мене ще лякає. Так, передові технології – це круто. Те, що люди зможуть не навчатися у школі, одразу вся необхідна інформація буде отак от за одним помахом руки, все, людина все знає. Але яка тут тоді місія душі людини, так, відчуття оці, воно якось перетинається чи ні? Да, ну то, что мы называем душой, это ведь тоже как бы записи в наших нейронных связях, в нашем мозгу, да, то, что существует. Ну то есть это такой дискуссионный вопрос. Ну так, это же философские небы питания, так, где эта душа находится? Это мозг больше, або это какие-то відчуття, але раптом ця душа у мозку, и раптом тоді ми усі станемо, ну, якимись бездушними, ну правда, роботами. Но есть и хорошие новости. Вот вы бы хотели жить очень долго, намного дольше, чем жили наши предки, например. Ну, можливо, так. Якщо жити добре, то хочеться довго, так. А от искусственный интеллект является как раз таким инструментом, который позволит нам жить намного дольше, чем жили наши предки. И все мечтатели о там бессмертии, о продлении жизни, они не имели вычислительной техники как инструмента для этого. То есть наше поколение отличается от остальных тем, что у нас есть вычислительная техника, с помощью которой можно автоматизировать мышление. И тут как бы ничего такого вроде бы и нет, одна из игрушек, да, или какой-то удобный инструмент для того, чтобы сделать нашу жизнь удобной. Но на самом деле, если мы посмотрим на любую сферу, здравоохранение, медицина, развитие технологий, все эти сферы развиваются, когда в них вкидывают деньги, инвестиции. Так. Но как бы во что превращаются эти инвестиции? Они превращаются в человека часы полезной работы экспертов, специалистов, прикладных там, разработчиков. Да? Соответственно, для того, чтобы какое-то направление двигалось, нужно много человека часов полезной деятельности вот этих медиков, так. Экспертов и программистов. И как бы это приведет к тому, что если автоматизировать мышление, то создание любой технологии, продвижение в любой области, это станет просто вопросом масштабирования серверов, а не времени. То есть если сейчас спрогнозировать, там, через сколько мы сможем продлить нашу жизнь на 50 лет, ученые скажут, там, ну, к 2050 году там, с каким-то темпом мы к этому придем. Но на данный момент, если создать саморазвивающийся искусственный интеллект, который автоматизирует мышление, то можно будет масштабировать разработки вот, научно-технические в этой области до любого предела для того, чтобы прямо сейчас, в следующем году, продлить нашу жизнь на 50 лет. Слухай, ну а якщо ми, дивись, будемо об'єднуватися з цим інтелектом, не поглине він нас, не втратимо ми себе як особистостей?
Втратимо. Но на самом деле то, чем мы станем, оно будет еще более ценным, mm-hmm. чем то, чем мы есть сейчас. Это развитие. Мы уже втратили ну, как бы нас как личностей, mm-hmm. личностей вот, наших предков, да, того, что происходило ранее. Но это дало нам определенное преимущество. Мы продлили жизнь существенно нашу. Да? Мы живем в более удобных, комфортных условиях, и уровень нашего ну, счастья указывает на то, что мы живем в лучшие из времен. Это будет еще один шаг для того, чтобы в будущем такий жить. Такий собі легкий квантовий стрибок. Бумс і все. І ну, вже такой, покра... да. Да, да. И он будет мягкий. То есть это будет не жесткая какая-то принудиловка, что вот мы вводим там директиву, все теперь будут счастливы. И все такие взгрустнули. Ну да, это будет история, которая... Ну то есть вот представьте искусственный интеллект, абсолютно как бы универсальный разум, который может очень тонко решить любую проблему. Соответственно, он найдет индивидуальный подход, как объяснить каждому, как подвести каждого таким образом, чтобы ему не было дискомфортно. Искусственный интеллект — это средство того, что вообще человеческие страдания, которые случайны и вынуждены, они исчезнут как явление. Потому что есть тенденция роста уровня счастья вот в нашем обществе. Да? Я вот занимаюсь КПИ диссертационным исследованием на эту тему. Класс. А ну, расскажи докладнейше. Ну вот, получается, искусственный интеллект является тем средством, которое вот, продлит жизнь с одной стороны и обеспечит постоянно возрастающий уровень счастья таким образом, чтобы к этому никогда нельзя было привыкнуть. Потенциально это приведет к очень длинной, очень счастливой жизни, которая не снилась ни нам, ни предкам, ни даже каким-то, ну, как бы там, людям, которые пытаются вот сейчас взять все и сейчас, там, наркоманы, там, алкоголики, да, и этим жертвуют своей жизнью. Только не нужно будет для этого жертвовать своей жизнью, будет механизм саморазвивающегося искусственного интеллекта, который превратит нашу жизнь, ну, реально в рай. Слухай, от, чесно, от зацікавив ти мене. От, звучить, от, серйозно. Як якась фантастика, так, правда. Але ну, ми реальна розуміємо, фантастика. що вже роблять перші кроки у цьому. Тобто ми розуміємо, що це не фантастика, що це дійсно найближче ну, це наше реальність. Майбутнє. Тільки, знаєш, одне питання. Як не перетворити штучний інтелект на зброю? Проти нас же. Тут вопрос, в чьих руках он окажется. От, и якось цьому буде. Вот если бы в ваших руках оказался, что бы вы сделали? Представьте палочку волшебную, которая может решить любой вопрос и любую технологию. Что бы вы с этим сделали? Ну, по-перше, я бы зробив так, щоб вона була тільки в мене і ні в кого більше. Ні в кого більше. Але потім ти почав реалізовувати просто... свою мету якось, я впевнена. Ну, я б спершу працював на суспільство, покращив би загалом рівень життя, ну, щоб вони були щасливі. Тому що я коли їжджу там кожного ранку на роботу, я дивлюсь на тих людей, чесно, хочеться підійти, отак от розтягнути. Друзі, посміхайтеся, життя прекрасне. Ну, добре. А он такий з бутилочкою, щас, 5 минут. А він, все буде, все буде. Але у кого буде ця паличка, він фактично заволодіє всесвітом. Ну, да. Вірно? Ну, світом. Но йому стане скучно. Издеваться над людьми. Правда? И поэтому следующим этапом будет реально какое-то развитие общества, он сделает всех счастливыми просто из-за того, что у него будет уже возможность превосходить над всеми, и это будет как с детьми. Ну какой смысл нам вот с детьми играть там в какие-то игры, в футбол с детьми играть? Слушайте, от зараз я просто розумію, ну, особлення так, як я розумію Бога. От так, ну, в духовному понятті, так, але це буде вже штучний інтелект. Ну да, ну на самом деле как бы образ Бога, он исторически прослеживается там, как человек свои способности выделял в этот образ. И превозносил, да. С искусственным интеллектом та же история. Вот привожу пример. Мы постоянно из нашего организма выделяем какие-то полезные функции для того, так. чтобы усилить и организм, и наше социальное существование. Угу. Например, у нас есть рука. Этой рукой мы можем долбить землю. И как бы рука эта выступила прототипом лопаты. Так. То есть мы выделили эту функцию в отдельный предмет, который не универсальный, как наша рука, а может выполнять только эту функцию, но она выполняет эту функцию лучше. И с помощью этого инструмента мы стали сильнее. Точно так же наша способность мышления, вот когнитивная наша способность, она может быть выделена в отдельный предмет, который будет выполнять ее лучше, чем наш организм, но который сделает нашу жизнь несравнимо лучше. И это реально будет тем моментом, который двинет развитие технологий и науки настолько вперед по сравнению, ну, там, за какой-то короткий период. То есть, условно говоря, за какой-нибудь месяц или день искусственный интеллект сможет создать столько технологий, сколько все человечество не смогло создать за всю историю, потому что он будет обладать ресурсом. То есть какие-то сервера поставить — это не проблема. Слухай, ну, вмієш ти зацікавити, серйозно. Який прогноз реально ти можеш дати, от за який період часу це вже здійсниться і реалізується?
Ну, я в своем исследовании диссертационном прихожу к выводу следующему, что если эта история появится в следующем году или в этом году... Это от Илона Маска больше будет все? От его исследований? От Илона Маска там точно что-то будет, поскольку Илон Маск сейчас очень сильно выступает как новый социальный институт идеологии технологических... Это же культ. Да, это культ в 21 веке, который заменяет для многих там другие вещи, социальные институты, там религию, футбол, кто-то не смотрит футбол, а смотрит Илона Маска, как он свинье вживляет. Правда? Так, ну, майже кожного дня запускається по 60 супутників. Ну, да. Какие-то інфоповоди постоянно. Так. Да, и получается, они выступают во всех областях, он выступает как эксперт. Вот помните у Джо Рогана, когда он там покуривал травку для того, чтобы быть популярным среди хипстерской аудитории? Они как бы там очень рассуждали о судьбе искусственного интеллекта, к чему это будет двигаться. Я как бы думаю, что в будущем, во-первых, ну, все большие корпорации этим будут заниматься, Google уже сейчас занимается, там есть нейронные сети, машинное обучение, Facebook занимается, у всех крупных технологических корпораций есть отделы, которые занимаются направлением искусственного интеллекта. У Илона Маска тоже такой отдел есть. Но как бы я думаю, что будет пролоббирован запрет на то, чтобы все, кто попал, этим не занимался, будет какой-то прецедент, где искусственный интеллект принесет вред человеку и скажут, нет, это опасно, давайте пусть будут заниматься те, кто имеет лицензию. Лицензия будет дорогой, ну, как, в общем, обычно. Вот, и, как бы, конечно, Илон Маск будет причастен к развитию искусственного интеллекта. Ну, слухай, з його мільярдами, я думаю, що саме він буде володіти. А я думаю, що може початися війна, хто буде володарем цієї чарівної палочки. Ну, лише би поскорее закінчилось, і ми зробили щасливо. Да? Так, я просто дивись, ми зараз говоримо про штучний інтелект, і щось мені здається така, знаєш, легенька паралель між твердженням, що думки матеріальні, от знаєш, психологи кажуть, що ти посилаєш посил до космосу, і потім щось трапляється, там рішення твоєї проблеми. Да. Ну, коротше, це те ж саме. Ну, по суті, да. Слухай, прикольно. Ну, я просто останнім часом я почав вірити в те, що думки матеріальні. Думки стануть матеріальні в прямому смислі, да. Ну, сейчас, как бы, точно, есть, ну, социологические концепции достаточно интересные о том, что вот даже не важно, вы правы или нет в своем настрое, вы можете быть не в адеквате там по части, например, своего, ну, того, какое место вы можете занять в какой-то иерархии, но за счет напористости вы компенсируете недостатки какие-то и придете к этой цели только потому, что вы к ней стремились. То есть оно, ну, и реально объясняется, даже если аналитическая вот часть ваша, она не соответствует реальности вначале. Ви знаєте, це ми можемо бачити на прикладі, як там на дебатах політиків, так? Да. Якщо один політик, він дійсно, ну, розумом ми розуміємо, що він не правий, але він настільки харизматичний і переконливий, і люди йдуть за ним. Цілеспрямований. Ну, цілеспрямований. От я останнім часом дійсно помічаю, що людиною править цілеспрямованість. І взагалі нічого не страшно. Ну, да. Ну і розуміючи те, що Ілон Маск, я просто, дивись, дивився його інтерв'ю, і коли невдачі його спіткали, він такий, ну нічого, нічого, все буде. І зараз, ну, це топова людина світу, ну, друга найбагатша у світі. Цілеспрямованість. Так у него столько было неудач, они занимались там самыми разными, даже, ну, какими-то рабочими вещами, рабочими профессиями. У них очень долго не получалось, они потратили все деньги на этот SpaceX. Так, и там был момент последнего запуска, что если не получается, все, они банкроты. И как бы вот был такой момент, да. Но просто предприниматели настоящие, они знают о том, что будет огромное количество неудач. Вот я привожу всегда пример, когда вы шнурки завязываете, там узелок не получился, вы ведь не расстраиваетесь из-за этого и не перестаете это делать. Да, просто вот нужен такой же подход в любом деле, в которое вы верите. И как бы, ну вот лично я верю в то, что искусственный интеллект является средством, которое позволит сделать нашу жизнь лучше, возможно, не умереть нам от старости. Класс. И как бы, ну, в этом случае игра стоит свеч. Поэтому мне кажется, что все здравомыслящие люди должны об этом задуматься и сделать какой-то небольшой хотя бы вклад в развитие или этой идеи, или разработку, потому что за этим будущее. Майбутнє за новітніми технологіями, і взагалі хочете жити довго, хочете взагалі вірити у те, що світ стане ідеальним. Вірте у це. Ну і не відкидайте думки. Слідкуйте за тим, що робить Ілон Маск. Будьте в курсі взагалі усіх технологічних новинок. З цим сьогодні з нами поділився наш гість Віталій Міняйло, керівник IT-компанії. Ми дякуємо тобі, Віталій, що ти сьогодні був з нами. Yeah.
Зараз буде по мінімуму інформації. В пошуку пишете в Google YouTube, в YouTube пишете «Правда тут медіа» і підписуйтесь. Натискайте на дзвіночки, тому що вони зможуть врятувати вас від нудьги, а ще від того, що ви не будете в курсі, що відбувається у світі. Тому тисніть скоріше. We'll be right back.